В селе Малая Малышевка до конца 2018 года откроется одно из крупнейших в России производств шампиньонов. С проектом комплекса ознакомился глава региона во время рабочего визита в Кинельский район. Новый комплекс строится на средства частного инвестора. Компания уже сейчас занимает 70% рынка свежих грибов Поволжья. На новом производстве, в отличие от действующего, предусматривается использование более современной технологии, которая сейчас широко применяется в Голландии, Польше и других европейских странах. Она позволит выращивать не 2500 тонн шампиньонов в год, как сейчас, а 6 тысяч. Планируется, что производство полностью окупит себя в течение 5 лет. У вас сколько рабочих мест дополнительно появится и сколько сейчас? Сейчас около 200 рабочих мест. Появится, наверное, в Ирландии, сколько у нас еще, наверное? Первый пусковой 500 рабочих мест, да. И впоследствии до 900 рабочих мест в течение 5 лет мы нарастим. Нет, а вот то, что в 2018 году вы ведете? 500 сразу. Плюсом. Плюсом.